Дорогие наши друзья, мы рады вас приветствовать на своем YouTube-канале. Рано утром один из российских телеграм-каналов сообщил нам об ужасной новости. Рано утром с нашей любимой российской певицей Анной Калашниковой случилась большая беда. Сейчас она находится в одной из больниц города, где ей оказывают медицинские услуги. За ее жизнь борются лучшие врачи. Информации было очень мало. Единственное, что мы можем вам рассказать, о том, что рано утром Анна Калашникова вызвала к себе домой скорую помощь, на которую была доставлена в одну из больниц города. У нее сильные ожоги на ногах и на руках. Как это все случилось, пока неизвестно. Мы продолжаем следить за развитием событий. Как только все прояснится, мы сразу же сообщим об этом вам. Подписывайтесь на наш канал, друзья, ведь только на нашем YouTube-канале каждое утро выходят самые интересные и свежие новости из шоу-бизнеса. Чтобы их не пропустить, нажимайте на колокольчик. Будьте всегда с нами, друзья, мы с вами не прощаемся, но говорим до скорых встреч на нашем YouTube-канале.